Доброго времени суток, дорогие друзья! Сейчас хочу вам рассказать, интересный формат у меня такого еще не было, то, что я предполагаю закончить в ближайшие месяцы осени, мне кажется, это будет актуально. Первым делом у меня пойдет шампунь, его здесь осталось буквально вот как раз на сентябрь, наверное, вот, мицеллярный, чистая линия. Объем очень у него большой, 400 миллилитров. Я его начала весной, наверное, как-то так. То есть мне таких шампуней хватает где-то на полгода, учитывая, что я мою каждую неделю, и я не скуплюсь, то есть там не вот такую вот козявку выдавливаю, да, а хорошо так. Вот. Хорошо пенится, хорошо пахнет. Приятными оставляет волосы. Вот сегодня я хожу, сейчас скажу. Сегодня, наверное, полторы недели. Да. Сегодня понедельник, 31 августа, а я мыла, по-моему, в пятницу голову. Или в пятницу, или в четверг. Ну, короче, полторы недели я хожу, вы видите. Да, видно, что голова не первой свежести, но тем не менее она адекватная, нету никаких сосулек сальных, то есть все нормально, замечательно, поэтому посмотрим, кстати, как он себя поведет. У нас впереди 2 недели отключают воду горячую, так что заодно и проверим. И впереди всякие умывалки, ухаживалки, скажу я вам. Начну я с вот этого счастья. Я его, как видите, хорошенько успела распробовать. Здесь реально осталось, ну, максимум я в сентябре его добью. Вот, это гель, масло, народные рецепты, облепиха. Да, не сушит, да, у меня жирная комбинированная кожа, я его использую, я не чувствую ни стянутости, ни чего-то еще. Периодически, но я так думаю, что знаете, что это больше я сетую на тушь, вот как она себя ведет, что я им и макияж снимала, смывается, но как бы так, соу-соу, то есть что-то остается, я потом мицелляркой это все домываю. Ну, если особенно вот стрелки какие-то я сделала, да, вот как-то так. Вот, но, в принципе, такой аккуратный вариант, чтобы не было каких-то высыпаний, раздражений. Батюшки мои, ириска, слезь со стола. Ириска. Ужас. Идет и сваливается. Ой, извините, лирическая нотка от вступления. Вот. Аккуратный, приятный вариант. Ну да, вот каплю утром не заметила. Видите, кристаллизовалась. Короче, буду добивать. Показала в пустых баночках. Покажу здесь тоже. Это линсрен. Вот такое вот. Очень приятная мята. Использую его перед выходом из дома, когда покушал. Или там, если переборщила немножко там с луком, например, в салат или что-то такое. Вот в таком формате убирает абсолютно все запахи. Очень приятная штучка. Если использовать каждый день, наверное, такое будет на одного человека хватать на месяц. Но я по необходимости, скажем так, использую. Но это буквально мне вот 2 дня и будет все. Вот. Опять же, не знаю, как моя кожа поведет себя в этом сентябре, будут ли какие-то высыпания или нет, но здесь у меня вот остальное это уже маски. Вот эта маска, ее осталось буквально на 1, максимум 2 раза. Это Белита Витекс, одна из их новых, скажем так. Она, наверное, в прошлом году первый, или в прошлом, или в позапрошлом первый раз я ее увидела году. Вот, то есть я ее как раз добью, она с киви, с мелкими такими кусочками. Она такая полупрозрачная, зеленоватая, ложится аккуратно. Знаете, как это? Вот хочется такой более освеженный вид, да, или там, например, делали какую-то другую маску, и хочется немножко успокоить. Вот на мне именно таким образом эффект работает. Вот, но здесь в том числе она и как очищающая идет, но она такая очень щадящая, очень нежная по очищению.
Давайте дальше очищение, но уже более такое термоядерное. Это вот такая вот бисульфатная штука. Она белая. Она очень такая, как тягучая получается маска. Тоже маска-пленка. Тоже мне тут осталось на 1-2 раза применение. Опять же, может быть, даже сегодня можно будет использовать. Ну, давайте я уже добью, потому что очищающая вот такая вот акне контрол. По идее, здесь написано, что на 3 раза. Я ее уже использовала раза 4, если не 5. И у меня здесь еще осталось на пару раз. Толстым слоем у меня не получается ее наносить. Но это, опять же, это такое очищение, когда пенки, например, мало, хочется чего-то большего, термоядерного какого-то там подсушивания прыщиков, еще чего-то я не увидела. Чтобы шелушился нос после нее, я не заметила, и это хорошо. То есть она такая очень аккуратная, адекватная, ничего лишнего, можно, если вот не хватает, можно взять. Вот, универсальная моя палочка-выручалочка последнее время, вот такая вот целебная банька, это тоже Белита Витекс, туба очень большая, здесь 150 миллилитров, она идет с медом и солью. С одной стороны, если у вас какие-то, ну она как и для лица и тела, и желательно, конечно, в бане как-то распаренно использовать, это, конечно, будет вообще бомба, вот, замечательный вариант на все случаи жизни. Если у вас периодически воспаляется кожа, вы чувствуете, что вот еще чуть-чуть там будет какой-то прыщик. Я вот подобным образом вместо умывалки использовала Белкосмикс, делала такую прозрачную 3-минутную маску. Я ее сейчас нигде у нас в городе найти не могу, поэтому так бы я вам ее порекомендовала, а вот это вот аналог, ну, аналог можно назвать, да, потому что она прозрачная, она там за счет меда такие вот как мелкие скрабинки типа того есть, а за счет соли будет щипать, если у вас какие-то царапинки остались, там что-то выдавливали, вот, но если нужно профилактически, можно же особо не держать, например, да, но все равно вы смываете, и вот этот вот мед с маслами, он на коже остается, она такая нежная, бархатистая становится. Это просто что-то с чем-то. Вот, в душе, когда использую, тоже идеальный вариант. Здесь я тоже буквально на пару раз осталась. А в общем, мне очень нравится. Закончатся все маски, возьму ее на заметку еще раз, что она универсальная и по всему телу, если вот хочется как-то там, у кого-то периодически на спине, например, прыщи появляются, мало ли, то хороший вариант. Вот. И опять же, девчонки, мальчишки, впереди холода, всякое разное бывает, иногда бывает перемерзнешь. Я вот зимой покупала вот такую вот экстрапитание маску. У меня в основном все или увлажнение, или очищение. У меня питательных, вот она одна только. А вот, да, она ночная. Да, кто-то не любит ночные маски. Но я вам могу сказать так, что питание тоже нужно. И если вы его не делаете, я просто вижу, как она у меня всасывается. Я не знаю, она просто вот исчезает. Не проходит и 10 минут. Как я понимаю, тут написано, что нужно потом салфеткой протереть такое. Вот. Я понимаю, что ее просто на лице нет. Ты трогаешь лицо, и ты понимаешь, что у тебя как будто вот ты крем нанес, вот что-то такое. То есть она на подушке практически не отпечатывается. Очень замечательный вариант. А вот видела другие зимние варианты, не знаю, какими будут они, даже видела разогревающие гель для душа, видела разогревающий тоже от Белита Витекс, это у них зимняя серия, но не знаю, там в составе сода,
Я как-то подумала, что в любой гель-тушь соду добавил и разгорячился. Как-то так, поэтому я не брала. Ну и как бы еще как бы не зима, поэтому мне вот этого счастья хватит как раз на осень. Я надеюсь, осень супер холодной не будет, хотя сегодня, честно говоря, я вот в платье таком шла, немножко подмерзла. Вот, так, ну и чем буду в ближайшее время? Мне отдали для эксперимента Тафт. Вот я его доиспользую, тут буквально парочку раз осталось. И да, у меня будут закончиться вот этот вот крем Essence, крем для век. Я об этом просто в пустых баночках рассказывала. Вот, и все. Я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам такой формат был интересен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока. Thank you.